тоже идет ремонт, да, спортивный зал нехороший. Про каждую из школ заместителю главы города Людмиле Мурашовой есть что рассказать. Обращаясь к их представителям, она рекомендовала продвигать на городском уровне именно индивидуальность каждого из учебных заведений. В зале президенты школ, или, как их еще называют, лидеры школьного самоуправления. Ребята провели самые настоящие предвыборные кампании, вступали в дебаты с конкурентами. Затем были выборы, в которых приняли участие 80% учащихся средних и старших классов. Людмила Мурашова сказала, что от собравшихся в администрации ожидают участия в патриотическом движении, помощи сверстникам в преодолении жизненных трудностей, свежих идей. Не уходите в облака, не уходите в интернетовские общие фразы и выражения. Попробуйте начать с себя и вот ответить себе на вопрос, что сделал я, что могу я. На первое заседание пришли представители управления спорта. Они попросили активнее продвигать идею комплекса ГТО. Первым же решением единогласно проголосовали за создание спортивного сектора, по сути, профильного комитета. Помимо этого будут действовать культмассовый, социальный, а также сектор по работе со средствами массовой информации. Молодые люди с некоторой опаской подходили к распределению портфелей. Это решаемо временем и работой. Самого непосредственно. Через год здесь каждого не узнать, потому что ребята себя очень хорошо проявляют, и у них появляется стержень настоящего лидера. Они уже лидеры, но стержень этот крепнет. В этом году на 28 мест претендовали 128 ребят, в два раза больше, чем в прошлом году. Конкуренция выше, ребята более активные и по-хорошему амбициозные. Избранным руководителем комитетов предстоит, где спорта занимается сам и готов агитировать. Кроме того, вместе с преподавателем физкультуры они хотят возродить гермейские игры, которые проходили в Древней Гаргипии. Все-таки развитие спорта, и как бы это очень интересно. Ну, это Олимпийские игры были когда-то точно так же возрождены. На пост руководителя совета претендуют сразу 6 ребят. Им предстоит подготовить презентацию, уложившись в 3 минуты. Председателя изберут тайным голосованием на следующем заседании.